Всем привет! Немного подожду. Привет, Танюш. Спасибо. Так, ну, я не люблю долго затягивать начало, поэтому буду начинать. Итак, сегодня у меня такой референс. Цветущая ветка, не знаю, вишня, наверное, или яблоня. Вот, нашла ее где-то на просторах интернета. Ее видно? Вот так вот видно. Привет, привет всем. Вот, и ее буду рисовать по-мокрому, поэтому сразу сейчас я увлажню сначала лист, а потом еще кое-что расскажу. Вот, рисовать будем по-мокрому и, соответственно, на влажной тряпочке, чтобы просто сохранить влажность подольше. Я уже так как-то делала в прямом эфире. Вот сегодня сделаем еще раз. Так, сразу начинаю смачивать лист. Рисунок я заранее нарисовала, потому что, ну, я не люблю в эфире рисовать карандашом. Мне кажется, это скучно. В принципе, сама, когда смотрю эфиры, тоже часто этот момент пропускаю. Может, я не созрела еще к этому. Значит, моя задача сейчас смочить очень хорошо лист. Он должен напитаться влагой. Но внешняя поверхность, по которой мы будем рисовать, она должна оставаться сухой. Я ее, конечно, просто высушу тряпочкой. Но для начала нужно очень хорошо промочить эту вот заднюю сторону, чтобы влага прям ушла внутрь листа. У меня такой вот флейц из козы. Уже, наверное, года два. Ничего, нормально себя ведет. Я проверяю, насколько стал влажным лист. Просто хватаю за краешек. Пока он еще такой тугой, значит, что он нехорошо еще пропитался. Как только воды становится много в листе, он очень податливый. То есть легко гнется. Вот нет, пока еще нет. Хотя уже есть наметки. Привет, Ларис. Всем привет. Да, сегодня цветочки. Ну, весна как-никак. Мне хотелось чего-нибудь такого. Вчера, точнее, мне захотелось поздно вечером чего-то такого весеннего. У меня такая проблема, что я никогда не могу заранее решить, что я буду рисовать. Мне нужно, как говорится, пришел, увидел, победил. То есть пришел, увидел, полюбил. Референс, и все, и надо его рисовать. Вот так. У меня это работает. Так, ну вот. Вот он уже легко гнется. Переворачиваем. Я промокну еще здесь внешнюю сторону листа. Там немножко подожду и просушу лист.
пока что немного расскажу, чем характерен именно этот референс. Ну, главным героем здесь у нас является, конечно же, вот этот цветочек. Референс, видите, он немножечко по-другому выглядит. Вот. Но я композицию сместила, потому что герой-цветочек у нас должен быть все-таки в центре композиции, должен привлекать наш взгляд. Эта веточка тоже, она в поддержку идет. Вот. То есть они у нас главные герои, а все остальное, вот этот вот красивый фон, он должен быть на втором плане, на заднем плане. И в чем прелесть? В том, что цветок и эта ветка, они четкие, они в фокусе находятся. Мы их хорошо видим, а вот все остальное размытое. Вот задача показать именно вот эту вот разность восприятия. Тогда у нас наши герои выйдут на передний план. Нам интересно будет их разглядывать. Вот поэтому я, собственно, запланировала его написать по мокрому, потому что для написания такого фона нам все-таки нужно большую влажность листа, и очень сложно сохранить ее надолго, что ли. Поэтому в помощь нам будет самый увлажненный лист и вот эта тряпочка влажная. Так, я тут даже нарисовала эскиз вчера по-быстрому. Вот такой он у меня получился. Так, там видно? Так, видно. Так. Ну вот, видите, здесь вот фон по-мокрому, а все остальное у нас четко. В общем, я постараюсь повторить то, чего я добивалась здесь, в лучшем качестве. Так, начинаем просушивать лист. Задача еще просушить вот эту вот ткань по краям для того, чтобы у нас краска не затекала на обратную сторону листа, что я тоже не люблю. Ну вот, как-то так. Так, приступим к рисованию. Так, у нас гамма такая холодная. Я буду ее придерживаться, потому что ранняя весна, она все-таки отличается некоторой прохладой. Хотя вот здесь вот мы видим такие зеленые элементы, то есть то, что начинает цвести. Эти веточки зеленые, их, конечно, мы сохраним. Начинаем мы писать с главных героев, с веточек и цветов. Ну, начну, пожалуйста, с цветка. Ну, такой совершенно нежный, практически бесцветный. Поэтому тут много стараться не нужно. Даже кое-где его оставлю просто белым. Особенно как-то придерживаться референса в плане вот этих вот складочек, замятин в лепестках я не буду, потому что я просто создаю
ну, ощущение, что ли, цветка. Вот. Цветы на заднем плане, они более темные должны быть, потому что они должны слиться с фоном у нас. У меня есть такой прекрасный цвет эргазин желтый. Он как раз и послужит у меня для обозначения зеленых фрагментов в цветке. Так. Ну вот как-то так. И займемся веточками. Я использовала для цветов церулиум от Невской палитры, хинокридон и сепию. Но для веток я буду использовать тоже и церулиум, и кобальт или ультрамарин. Они, в принципе, близки. Особого значения не имеет. Какой цвет использовать? Вот холодные веточки у нас тут. Лосиночка какая-то попала. Добавляю, взяла вот клонковую кисть, она более плотная, с острым кончиком. И я вот беру такой густой цвет, сепию, густую краску, ее вкладываю в тени на ветке. Вот они здесь вот есть. Освещение у нас получается в лоб практически, поэтому тени, они такие очень тонкие. Поэтому они вот таким образом, я их накладываю. Так, а вот здесь вот у нас ветка уже в тень попала, поэтому ее можно нарисовать иначе. Так, вот здесь у нас цветочек есть в тени. И он такой теплым оттенком, поэтому добавлю туда неаполитанку, потому что там есть отцвет вот этого цветка. Так,
Пока у нас цветочек не совсем высох, я попробую сейчас подчеркнуть, точнее, кое-какие детали, для того, чтобы он у нас сильнее заиграл. Беру кинокридон, смешиваю его с оранжевым. Добавляю просто какие-то моменты вот сюда. Можно это, конечно, потом сделать, когда он просохнет. Но можно и сейчас. Поживее, чтобы было. Так, рисуем вот эту большую ветку. Она потемнее должна быть у нас, потому что идет на задний план. И опять она у нас здесь входит в эту молодую веточку. На которой сидят бутончики, почки. Так. Тени прокладываю. Продолжаем. Здесь вот цветок еще влажный, поэтому стараюсь не доходить, не коснуться края лепестка. Цветочки там еще какие-то. Они помогут нам выделить главный цветок. Так, очень темно взяла. Очень насыщенно. Так, ну вот как-то так. Ну вот на данном этапе можно вот это все высушить, потому что если мы начнем, так, здесь уже подсыхает. Если мы начнем сейчас заливать фон, то у нас все, конечно, потечет. А нам это не нужно. Дальше промакиваю здесь лист. Сейчас буду феном сушить.
Так, смотрю, как выглядит. Ну да, я тоже хочу, чтобы яблони зацвели побыстрее. Да, референс мне тоже понравился. Тем более, что я пока еще вообще не видела ничего цветущего. Так. Ну, предупреждаю, сейчас будет шумно. Поэтому закройте ушки. Вот здесь вот лист уже прям высох. Надо его смочить. Так. Лежать. Тут у меня батарея просто с этой стороны. Возможно, поэтому здесь прям сохнет быстрее этот край. Так, ну вот кое-что высохло, да, а кое-что нет еще. Сделаем вот так. Берем здесь. Так. На референсе у нас фон в основном темнее, чем ветки, поэтому если что-то мы где-то не дотянули по веточкам, фон нам все равно поможет это вытянуть. Так, так, сейчас еще чуть-чуть подсушу. Так, ну вот, в принципе, можно уже оставить. Ветка досохнет в процессе. И сейчас смотрим на референс. Мы его, напоминаю, моделируем по-своему. Мне очень нравится, что здесь вот присутствует вот небо, то есть голубые пятна мне хочется, вот эта ветка. Ну, в принципе, мы можем где-то ветку... Не такие прям делать ветки, свои ветки. Но главное сохранить эту идею. Так, я возьму, наверное, возьму вот такую кисть. И начну с небесных пятен.
Я прошу прощения, я сейчас буду очень сосредоточена, поэтому, скорее всего, буду молчать. Собственно, и так неразговорчиво, но сейчас прям особенно. Очень тонкая работа, ювелирная, практически для меня. Добавляю уже какую-то зелень. Напоминаю, что я использую часто сепию. Она вот в этой гамме как раз сейчас хороша очень. Я надеюсь, у вас камера не трясется, потому что я периодически голову задеваю. Сепия с ультрамарином дает такие красивые сочетания. Позволяет подчеркнуть свет своими темными соединениями цветовыми. Так, а чтобы показать, что у нас там есть цветы, еще на заднем плане. Нужно их выбрать кое-где салфеточкой. Вот это все у нас будут цветы. И мы используем тонкую кисть колонковую для того, чтобы создать эти вот ветки. Какие-то. Возьму еще синтетическую кисть для того, чтобы добавить зелень. Так, посмотрю издалека еще. Спасибо. О, спасибо, Динар. Ты знаешь, не просыхает полностью. Он же с листа, он же с обратной стороны влажный. И тряпочка влажная. Поэтому нормально. Вот я рисую, влага вот здесь долго держится. Так, и я сейчас хочу выделить немножечко вот эти цветы. Вот так вот это сделаю.
Я поглядываю, конечно, на референс, но в принципе сейчас я уже просто держу, ну, в уме, что ли, композицию. Исхожу уже из ситуации, которая у меня образуется на листе. Если мы где-то добавляем темный, то, конечно, он за веткой должен тоже переходить. Мне вот здесь вот обязательно нужен темный фон, чтобы выделить нашего героя. Мазала. Так, здесь у нас цветы будут. Так, я еще добавить сюда немножечко. И сюда. И расплывем водичку. Так, сейчас я выпущу кошку. Так, возьмем, прорисуем какие-то ветки.
Как-то вот так вот делаем. Продолжим. Здесь у нас еще где-то вот небо будет проглядывать, поэтому ставим голубой, какие-то цветы сделаем. Вот так. Подчеркнем эту веточку здесь. То есть мы просто наблюдаем, да, за атмосферой, которая получается на листе, и пытаемся ее использовать себе на пользу. Никто не будет сравнивать нашу работу с референсом на предмет абсолютной точности. Поэтому мы можем себе позволить здесь многое. Но вот здесь вот в референсе телефон жив, не переживайте. Здесь вот у нас видна уже видена асфальт, наверное, земля. Ну, то есть это уже, если это у нас небо, верхняя часть, то это уже нижняя часть, горизонтальная поверхность, поэтому здесь уже другие цвета должны быть, другая атмосфера, да, видите, падает тень от цветущих деревьев. Вот этот момент я тоже хочу сохранить. Не в точности, но так, чтобы создавалось ощущение. Поэтому я туда добавлю немного охры. Отсюда я все-таки переведу немножечко вот этот вот тон. Я еще увлажню здесь лист для того, чтобы иметь возможность вернуться вот к этому при необходимости. Эта кисть, кстати, я ее заказала на Алиэкспресс. Кисть каллиграфическая. Я ее ждала. Точнее, там вообще, конечно, история была такая. Я ее заказала в ноябре. Ждала 2,5 месяца. Она не пришла. Затем я ее заказала еще раз. И она пришла буквально за 1,5 недели. Ну что, вот такой вот он, Алиэкспресс. Так, вот мы начинаем использовать
цвет деревьев. То есть здесь мы еще видим какие-то деревья сзади. А потом у нас уже появляются такие вот тени. Метку немножко хочу увести на задний план. Слишком рано наметила здесь тени. Видите, потекло все. Положу, чтобы просто не было потеков. Дорога весне, да, спасибо, точно. Здесь у меня просто какие-то цветы. Их на референсе там нет, поэтому мы их делаем так абстрактно. Я еще немного работаю с фоном вокруг основного цветка. Здесь вот у нас есть такая четкая граница. Так, да, съехала, оказывается.
Начинаем подчеркивать ветки. Эта ветка у нас в тени, напоминаю, поэтому мы ее делаем темненькой. Здесь вот тоже эта тень. Вот здесь вот ветка у нас в тень ушла. Это очень красиво на самом деле. Выглядит, когда ветки разные. Здесь подчеркнем. Подчеркну весь этот лепесточек. Здесь подчеркну. Вот эту ветку надо подчеркнуть. Займемся немного цветком, потому что он сейчас несколько вылезает из фона, а он должен в него гармонично вписываться. Вот, уже так лучше. Так, вот сейчас я возьму опять кисть синтетическую, возьму ультрамарин и сепию. И наведу еще раз эти тени. Так, здесь уведу глубину. Здесь ветку делаю темнее. Так, вот здесь мне хочется ее делать тоже темнее. Еще добавить немножечко сюда холодного тона. Так. Теперь прорисую некоторые веточки. Допустим, вот здесь будет. Вот здесь, допустим, где-то вот виднеется. Так, что мне вот это место не очень нравится. Займемся им.
Делаем там какие-то цветы. Вот так вот просто выберем краску. Даш, привет. Привет, Эдуш. Спасибо. Так, и еще берем темный цвет, чтобы где-то добавить каких-то уточнений. Такая вот холодная весна у нас ранее. Чуть позже она станет уже более теплой, когда травка начнет пробиваться уже, да, она будет уже потеплее. У нас, я вспомнила, когда я училась, еще было задание такое рисовать цвета сезонов помесячно. То есть какого цвета март, апрель, май. Все вроде весенние месяцы, но они отличаются. И вот я очень хорошо помню, что март, он, конечно, значительно отличается от мая. Май больше такой, ну, теплый уже, уже лето близко. А март, он холодный. Зима еще не ушла. Ну что, вот так вот я уже, наверное, оставлю. Знаю за собой эту особенность, что начинаю портить. Поэтому, если я уже ничего не могу придумать, как говорится, что еще где добавить, то лучше оставить. Через некоторое время я подойду, посмотрю еще одну работу. И, может быть, скажу себе, какая я молодец, что не испортила. А может быть, что-то добавлю. Единственное, что я могу сейчас сделать, это все-таки побрызгать. Вот так.
Все, заканчиваю. Спасибо, что были со мной. Спасибо большое за комплименты. Вот. Еще посмотрю, конечно, потом. Может, что-то и добавлю. Вот уже начала ковырять. Так, все, закрываю. Все, спасибо большое еще раз. Мне было очень приятно рисовать в компании. Тем более, что для меня это всегда проблема. Спасибо, Ларис. Диань, привет. Вот, так что всем пока. Надеюсь, увидимся в следующие выходные на следующем эфире. Если ничего не случится экстраординарного. Все, всех целую, всем пока.